Сегодня в Москве начал работу первый всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России». В нем принимает участие и делегация из Чувашии. Форум собрал на ВДНХ более 7500 представителей муниципальных образований со всех регионов России. Мероприятие проводится впервые по поручению президента Владимира Путина с целью объединить муниципальное сообщество страны. Участники форума за два дня обсудят местные инициативы и проекты по развитию территории для достижения национальных целей, а также примут участие в стратегической сессии, дискуссиях и встречах за круглым столом. Кроме того, для них организована экскурсионная и культурная программа. Присоединиться к работе площадок можно будет и в режиме онлайн. Трансляции ведутся с 5 тематических зон в социальной сети ВКонтакте в группе сообщества форума «Малая Родина. Сила России». За этот день удалось пообщаться с коллегами других регионов, руководителями муниципальных образований, сельских поселений, городских округов. Это очень важно. Услышать их опыт, что-то мы уже взяли на вооружение и будем внедрять у себя в Ядринском муниципальном округе. И действительно важно обмениваться опытом, слышать, слушать друг друга.